Всем привет! Это Сутик Шоу, и сегодня мы вам расскажем про приключение, которое с нами случилось. А приключение случилось в прекрасной стране Италия, и это связано с 9-м фестивальным сезоном «Волна идей» в городе Пезаро. Вот так вот на берегу Адриатического моря встретились талантливые дети из многих стран, так сказать, под одним небом, и в конце июня состоится гранд-финал. Но сейчас не об этом, посмотрим, что же все-таки с нами случилось. Welcome! Wave Idea! Ninth edition! Что ж такое волна идей? Слушай, всех интересует этот вопрос. Все очень просто. Это максимально круто, это много путешествий, а главное, что это путешествие талантливых людей вместе. Мы поем, танцуем, проявляем себя в разных странах мира. Сейчас мы заворачиваем буквально, один квартал проходим, и тут будет сейчас много людей. Соберется большое количество людей. И, кстати, сегодня конкурс. День независимости Италии. Самое главное, конечно же, для этой страны сегодня, и для нас в том числе, как гостей этой страны, это День независимости Италии. Уже доносятся звуки, прекрасные звуки музыки. За моей спиной находится уже сцена, к которой мы приблизимся буквально через пару мгновений. Ну а пока любуемся невероятной архитектурой этого города. На берегу Адриатического моря, под этим замечательным голубым небом, и здесь, на площади народов, за спиной у меня находится мэрия города, и главная сцена города принимает сегодня гранд-фестиваль! Певица, телеведущая, первый представитель Беларуси на детском Евровидении, обладатель 3 гранд-премий и звания лауреата специального фонда президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи. Ольга Сатю, город Минск, Республика Беларусь. Даже мы идем, где мы находимся? Мы идем, мы все еще в Италии, мы идем в мэрию города Канделаре. Да, этот город называют городом свечей, потому что здесь производят очень много разных свечей. Кстати говоря, производят в мэрии города, мы это сейчас увидим, убедимся. И даже нам разрешат попробовать самим создать несколько свечей. Ну, посмотрим, как у нас получится. Это как будто декорации, тебе не кажется? Как будто бы нас ведут на этот... Такое приношение. Да. Типа, очень добродушно. О, посмотри, как красиво ходит. Ну что, мы прямо сейчас находимся в мэрии города Канделаре. Это город в буквальном смысле свечи, свеча, потому что здесь изготавливаются свечи. Прямо сейчас участники международного фестиваля конкурса «Волна идей» делают свечи своими же руками. У меня в руках две свечи, и это не случайно, а за спиной еще целый стенд, и по левую руку в том числе. Все, в общем-то, неспроста. В декабре здесь происходит настоящее волшебство, потому что в городе происходит большущая ярмарка, и на некоторое мгновение гаснет везде электричество, зажигаются только свечи. А вот как раз-таки за этой стеной находятся участники «Волны идей», и прямо сейчас они изготавливают свечи самостоятельно, и даже смогут увести на память их домой. Огонек из Италии.
Мэр города. Это самая красивая часть города. Мы сейчас историческом центре городка Канделара. И это просто все относится к 15 веку. Через часы, вот смотрите, только одна стрелка. И это еще действует, это 18 века, но еще механизмы работают очень хорошо. Через считанные мгновения начнется гала-концерт и награждение участников международного фестиваля конкурса «Волна людей». Членов жюри нашего фестиваля Ольгу Сатюка. Ваши аплодисменты. Винченцо Ричи. Ну что ж, уважаемые ребята, мы награждаем ваших руководителей памятными медалями. Благодаря этим людям вы открываете границы, вы покоряете города и страны. Ну что, у нас полный сюрреализм. Значит, 11 часов ночи, мы в городе Канделяре. Находимся в старинной комнате, где находятся часы, которым там 400 лет, они до сих пор идут. Сейчас начинается бить, они бьют там с той стороны 15 минут. Значит, внизу идет концерт «Волны идей», там народные песни исполняют. Оля сейчас поет. А вот здесь, вот просто через окно, спортбар прямо в этом старинном городе, и там идет чемпионат мира по футболу, и, естественно, болеют за Италию одни мужчины, короче говоря. Ну, это полный сюрреализм, ну, короче, я не знаю. А, и гроза молнии сегодня была, просто какие-то раскаты. И это все вместе дает какую-то атмосферу, ну, просто сумасшедшую. Поэтому мы сегодня танцуем, народы танцы. Очень приятно, что вы решили связать свою жизнь с прекрасным вечным. Ведь речь идет об искусстве. А искусство вечно. Поэтому мне бы хотелось, чтобы у вас было максимально... Что-то максимально. Вообще не было преград на ваших дорогах. И, безусловно, конечно же, хочется поаплодировать вашим руководителям, вашим родителям за то, что они вас поддерживают и помогают идти по этому пути вместе с вами. Конечно.
что прямо сейчас мы находимся на берегу Адриатического моря, именно на этой площади. Дело в том, что сейчас проходит самая главная часть дня у итальянцев, это, безусловно, сиеста. И вот возле этого прекрасного шара, скульптуры, которых 3 во всем мире, итальянцы отдыхают и не только слушают еще наш концерт и видят, как проходят наши съемки. Кстати говоря, по правую руку от меня находится первая вилла в Италии, которая сделана в стиле Либерти. Здесь используется мрамор, фарфоры. Один богатый человек путешествовал по всему миру и решил, что именно здесь, на берегу Адриатического моря, это будет смотреться невероятно здорово. И сделал заказ. Ошибалась. Ты ошибалась. Разбивай.